По таинственным каналам идея новой работы сваливается, как душевная болезнь или вирус. С этого момента невозможно от нее отвлечься, переключиться на какое-то другое занятие, думать о чем-то, кроме как о ее воплощении. Ходишь как зачарованный, поднимая в воображении смутные очертания будущей скульптуры. Разве не чудо, когда идея обретает благодаря твоим усилиям физические очертания? Из пластилина, воска, металла идея трансформируется в жизнь, которой еще не было. Неожиданно в голове возник рай, общеизвестный, но сугубо личный для каждого сюжет. И мне стало сразу понятно, чем предстоит заниматься. Как-то сложилась внезапно воедино мозаика образов и мимолетных мыслей. Художник в мастерской в процессе созидания уподобляется творцу. Он создает в своей вселенной из подвластных ему материалов – бронзы и камня. Материалов древних, как и сама Земля, лежавших в ней с момента сотворения мира. Конечно, в отличие от Творца всего земного, сотворившего мир лишь речением за 6 дней, человеку требуются и помощники, и гораздо больше времени. Без людей, которые вовлекаются в этот процесс, не будет скульптуры, хотя труд их и не заметен. А кто знает, может быть, Всевышний управился так быстро, потому что все заранее подготовил. Thank you.
Владимир, в общем, такая работа, так с моей точки зрения, выглядит рай. А древо познания добра и зла, в общем, так я понимаю, надо форму сначала сделать. Это насколько трудоемкий процесс? Ну, здесь как бы придется делать и дерево, и персонажей. Ну, так как я буду заниматься один, то последовательно, значит, все три фигурки пройдут такой маленький, но путь. Значит, обычно намечается линия разъема, делается отмостка или как бы так, подмоделивание такое. Как только это будет сделано, то наносится на одну сторону жидкая резина, формопласт. Потом она застывает. Застывает, да. Слоями так это все выбирается, чтобы было прочно. Дальше идет такой саркофаг из гипса. Затем изготавливаются восковые копии модели – восковки. Восковка сердца этой технологии литья. Расплавленный воск льется в форму, тщательно загоняется во все элементы ее поверхности, пока не нарастет нужная толщина. А затем, когда воск затвердеет, восковка вынимается из формы. Чем тщательнее будут изготовлены восковки, тем лучше получится и бронзовая отливка, так как расплавленный металл в точности повторит ее очертания. Так изготавливаются все элементы скульптуры в нужном количестве. После снятия формы восковщик изготавливает восковую копию оригинала. Скульптор производит авторский контроль, вступает на участок на пайке, где она обрастает так называемой ледниковой системой. Ледниковая система необходима для того, чтобы расплавленный металл затек в форму, застыл и получилась бронзовая копия оригинала. Производится целая серия операций. Это сверление технологических отверстий для заполнения пустот восковки гипсом. Производится напайка ледников, которая сводится в один центральный стержень, который называется заливочный стояк. К стояку припаивается чаша, которая служит питанием для стояка и в основном для самой детали, то есть отливки. Процесс требует очень большого внимания, аккуратности, так как воск при нагревании очень пластичен. Возможны тепловые деформации, возможны сломы изделия. Поэтому все производится тщательно. Ледники припаиваются при помощи паяльника со специально подготовленной насадкой. В дальнейшем напаянная деталь с ледниковой системой, называемая елкой, опускается в опоку и заливается специальной формовочной смесью. После удаления заливочной чаши форматор осматривает чашу на правильность положения елки в опоке.
затем помещает ее в печь для вытопки воска. Закрывает печь, программирует печку по специально отработанной программе, где происходит вытопка воска. Затем программа включается на следующий этап, происходит закалка формы массы. Форма массы при закалке приобретает прочность для того, чтобы в нее можно было залить расплавленный металл. Цикл занимает длительное время, в зависимости от размера опоки, от 20 до 29 часов. После этого опока остывает до заливочной температуры, которую определяет литейщик вместе с мастером. Температура заливки опоки зависит от толщины изделия. Тонкие вещи заливаются в горячую опоку, толстые, имеющие большую толщину, в холодную опоку. Сейчас наступил момент неопределенности. Воск выплавлен, а как прошла заливка металла, мы не узнаем, пока не размоем опоку. Процесс может преподнести неприятные сюрпризы, и, возможно, все надо будет начинать заново. Флорентийский скульптор Бенвенуто Челлини при отливке знаменитого Персея столкнулся с большими трудностями. Когда восковая модель была готова, предстояло отлить фигуру из бронзы. Обложив модель глиной, скрепленной железом, Челлини развел огонь, и растаявший воск начал вытекать через специальное отверстие. После этого он опустил форму в яму и поставил около нее горн, который заложил кусками бронзы, и развел под ним огонь. Огонь разгорелся так сильно, что начался пожар в мастерской. Люди боялись, что упадет крыша. С другой стороны, лил сильный дождь, бушевал ветер, и горн стал остывать. Металл в горне сгустился и перестал течь в форму, заполнив ее только наполовину. Люди снова развели огонь, и металл стал светлеть. Но Челлини заметил, что металл не бежит по желобам с обычной быстротой, так как из-за перегрева выгорело примешанное к меди олово. Челлини нашел на кухне около 200 оловянных посудин и бросил их в горн, после чего бронза стала жидкой и наполнила всю форму. Но у нас, похоже, все получилось отлично. Thank you.
Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была пустынна, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил его от тьмы. И был вечер, и было утро. День первый. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды. Да отделяет она воду от земли. И создал твердь. И отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и явится суша. Да произрастит земля зелень, траву сеющую, семя дерева. И стало так, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: да будет светило для отделения дня и ночи, и будут они светильниками на тверди небесной. И стало так, и был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: да произведет вода души живые, и птицы полетят над землей. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножатся на земле, да произведет земля скотов, гадов и зверей земных. Стало так, и был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: сотворим человека по образу и подобию нашему, и над владычествует он над рыбами морскими, и птицами небесными, и над скотом, и над всею землею. И сотворил Бог человека по образу своему, мужчину и женщину. И увидел Бог, что все, что он создал, хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. У художника бывают мгновения, когда он воспринимает, что сделанное хорошо, и ему позволена его профессия.